T.O.R.N.A.P.A.R.T. с альбомом «Монолог Трупа». Издание 2007 года. Перепресс, но это репресс 2017 года. Через 10 лет. Он выходил только в формате CD. Демо CD Аркида. Тоже такое же издание. Это доработал компания КС. И благодаря коллегам по дизайну они мне помогли найти матрицу для обложки, и потом мы сделали с моим барабанщиком Петриком, сделали уже обложку, вот, которую ты видишь. Вот, а это уже я сам придумал все. Сейчас я говорю, песня «Я человек». Вот, в предыдущей серии я рассказывал о альбоме «Ремастер». Вот. Ну, по всем подробностям читай. Переходи по ссылочке внизу на мою страницу на Facebook. Группа закрыта T.O.R.N.A.P.A.R.T. И там читай все новости об этом альбоме, о тех годах, когда создавался этот альбом. Вот, в предыдущих роликах не Metal TV, а на своем канале я разместил два лива T.O.R.N.A.P.A.R.T. в клубе ЛФ 23 ноября на 20-летие команды T.O.R.N.A.P.A.R.T. проекта T.O.R.N.A.P.A.R.T. Да. Вот. И Гигевальд свой проект, который был основан в 2016 году. И тоже он студийный. Это был дебют. Вот. Ну, дебют, конечно, Гигевальд был намного круче, чем T.O.R.N.A.P.A.R.T. Потому что в T.O.R.N.A.P.A.R.T. много альбомов, как ты видишь уже. Ссылочка внизу на дискокс, на депрессивный уже рекорд, можешь посмотреть, сколько альбомов есть. Дело в том, что были только эти барабаны, ну, минуса под барабаны, и только их я успел подготовить под выступление. Вот. Потому что остальные барабаны тоже есть, там еще на три песни с альбома «Металлика часы» 2001 года, есть еще партии барабанов. Но, я их не успел подготовить и перевести на английский язык, отдать это слово, чтобы мы подготовили программу на, ну, где-то на минут 40. Вот. Потому что у меня были живые составы, но они все поразъехались кто куда на заработки. Сол-гитарист на полгода уехал на заработки за границу, басист уехал также, барабанщик — это проблема, какие-то распиздяи не попадаются. Открыт набор в мою группу, мне нужны серьезные, адекватные люди, которые знают, чего хотят, и нацелены на результат. Все, подписывайся на мой канал, ставь лайки, поддержи украинский андеграунд. Кстати, все говорят, что я похож на вокалиста и создателя группы Strapping Young Flat. Да, это правда, чем-то я похож, это мой вообще отец, ёптель, да. Это вообще мой отец, я понимаю. Вы видели бы моего сына, он тоже похож на меня. Да, даже, ну, тоже с волосами длинными играет в группе Финляндии, да, вот. Вот. Ну, об этом уже все. Пока-пока. Потери мозг мой кидают. Ни годы, ни зло мог такое узнать.